Гендерное равенство – залог процветания страны. Под таким названием прошел республиканский форум, организованный женским крылом Шымкентского городского филиала партии «Аманат». Цель форума – поддержка и расширение возможностей казахстанских женщин в науке. Во всем мире в научной деятельности женщины и ученые составляют 30%. В Казахстане этот показатель 54%, что показывает отсутствие барьеров в выборе научного пути образования в стране, говорят партийцы. К слову, на форуме приняли участие ученые, эксперты, партийцы, молодежные активисты, а также депутаты маслихатов. Частая организация подобных мероприятий является большой поддержкой для наших женщин-ученых, которые работают в нашем университете, занимаются научными проектами, посвящают свою жизнь этому пути науки. Здесь вклад женщин в реализуемых проектах составляет 51%. Я считаю, что в научных открытиях особенно велика заслуга наших ученых-женщин.